мастер 1518 года, фламандский художник. Принадлежал к стилистической школе маньеризма в Антверпене. Группа картин без подписи приписывается этому художнику по стилистическим соображениям, а его имя происходит от даты, записанной на раскрашенных крыльях резного деревянного алтаря жития Девы Марии в церкви Святой Марии в Любеке, Германия. Помимо изображения в Любеке, мастеру 1518 года, сравнивая стили, присвоены и другие работы. Он и его работы также связаны с разными именами, такими как Ян ван Дорнике, Ян Мертинс или Ян Госсарт. Принято считать, что мастер 1518 года идентичен мастеру аббатства Дилиген. Его картины – это в основном изображения религиозных сцен, сочетающие стили готики и ренессанса. Художник часто использовал сложную одежду и архитектурные руины, в которых даже готические фигуры изображены в эффектной архитектуре эпохи Возрождения. В дополнение к типичному для других антверпенских маньеристов реалистичному и живому повествовательному стилю фигур, часто показываемых в богатых платьях, работа мастера 1518 года отличается особенно яркой окраской и особым чувством тонкой структуризации содержания изображений. Thank you.